Мы представляем компанию «Регула». На стенде представлено, помимо наших уже известных технологий считывания документов и контроля подлинности, некоторые новые опции, которые в последнее время достаточно становятся сильно популярны. А именно функции сравнения лиц, которые очень часто используют. И мы сейчас, помимо того, что во всей нашей продукции читаем документы, проверяем их подлинность, еще имеем возможность проверить, сравнить лицо человека с его фотографией в паспорте, а также его отпечаток пальца с информацией, которая хранится в чипе. Что тоже сейчас в преддверии выхода новых белорусских документов становится популярнее и популярнее. Также представляем новое мобильное устройство. Это целый программно-аппаратный комплекс, где с помощью такого небольшого устройства можно прочитать документ, прочитать его все данные, не только визуальные, но и щипа, проверить его подлинность с помощью источников, которые расположены в этом устройстве, сравнить его лицо с фотографией в паспорте. Ну и, как я уже сказал, сравнить отпечаток пальца. Все это вот в таком небольшом устройстве и в течение 20-30 секунд можно осуществить. Также здесь представлено новое автоматизированное рабочее место контролера. Чаще всего используется на границах, уже используется на границах, где все то, что я рассказал, используется в комплексе, где присутствует и наше оборудование для считывания и проверки подлинности, и программное обеспечение.